Был бешеный настрой у команды, чтобы выиграть дома. И команда это доказала, выиграла. Команда в третьем периоде пропустила все шайбы. Как думаете, с чем это связано? Ну, наверное, чуть-чуть поверили в победу, чуть-чуть расслабились, и противник нас наказал. Реализация голевых моментов сегодня довольны? Да, сегодня довольны. Были ли ребята, которые сегодня выпадали из игры, или все, в принципе, нет, здорово? Команда играла очень хорошо, и именно команда играла. Я очень вратарем доволен. Спасибо первой команде, что нам дали сроки. Спасибо. Да, победа была нелегкая. Просто настроились, наверное, хорошо после поражения. Вышли, показали свою игру, как умеем играть. Вели 5-0. Что произошло дальше с командой? Сделали пару грубых ошибок, наверное. Были расслаблены, скажем так. Потом настроились, все нормально стало. В составе вашей команды в воротах играл Илья Сорокин, человек, который уже имеет опыт выступления в КХЛ. Как думаете, его вина есть в трех пропущенных шайбах? Ни в коем случае нет. И Илюха сегодня сделал все, чтобы поймать шайбу, которую можно было. Что скажете лично по своей игре, насколько довольны ей? Доволен своей игрой. Доволен быть своей игрой никогда нельзя, наверное. Потому что надо работать еще больше, доказывать и пробиваться в КХЛ. У команды получается хороший старт в сезоне. 4 матча сыграно, во всех 4 матчах набраны очки. Как думаете, с чем это связано? Все-таки Кузнецкие Медведи — молодая команда. Скажем так, молодая, но все ребята хотят доказать, показать себя, проявить. Тем более прошли очень через тяжелые сборы. Поэтому как бы сейчас входим в оптимальную форму. Что случилось в третьем периоде? Почему столько ошибок начали допускать? Да я не знаю. Может, расслабились сильно. Ничего еще не получалось как-то, не знаю даже. Физических-то сил хватало? Да. О чем тренер как бы предупреждал на скамейке, что говорил в третьем периоде? Ну, что играем плохо, надо добавлять, а то иначе сядем на скамейку. Как гол забивал, вспомни, пожалуйста. Костя Шабунов отдал пас, также, можно сказать, пустые ворота, и там осталось только бросить, и все. Можно ли сказать, что в чемпионате это лучшая игра «Медведей»? Да нет, наверное. Не знаю даже. На всех играх укладываемся, как получается. Не знаю. Какие мысли перед выездом? Ну, выиграть, взять все очки в каждом матче, бороться.